29 сентября на судебном заседании по уголовному делу по обвинению Эмиля Байрамова в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 4, статьи 264 Уголовного кодекса, был допрошен эксперт. По ходатайству стороны защиты подсудимого слушание дела отложено на месяц для вызова в судебное заседание специалиста. А еще, по нашим данным, Байрамов занемог. Таким образом, очередное судебное заседание в Центральном районном суде города Твери по делу Байрамова состоится 29 октября в 10:30 утра. Напомним предысторию. 30-летний Байрамов находился за рулем автомашины Kia Stinger 3 февраля, когда произошла страшная авария у театра кукол. В том ДТП пострадали пешеходы и погиб 50-летний водитель Volkswagen, в который врезалась Kia. Экспертизой установлено, что скорость сплошь тонированной машины Байрамова в момент аварии составляла 104 км в час. В крови Байрамова обнаружены следы кокаина. К тому же только за 2019 год Байрамов 29 раз нарушил правила дорожного движения. Несколько лет назад Байрамов уже был судим за участие в громком конфликте у Морозов-Холла.